А перед началом ролика хочу посмотреть вам канал Хабибов. Здесь выходит очень крутой контент. Это ловля домов и бизнесов. Канал только начал развиваться. Давайте его поддержим. Ссылочка на этот канал будет в описании. Всем советую перейти, посмотреть. Я думаю, вам такой контент понравится. Так что подписывайтесь. Я тоже подпишусь. Буду следить за этим каналом, смотреть видосики. Потому что я вот посмотрел два видео, мне они понравились. Также я вам советую, подписывайтесь, давайте поддержим, так сказать, начинающий канал. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в шпионалочку на серии Мазюк Реплей, первый сер, мы здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить мани при регистрации. Итак, сегодня, пацаны, будет очень необычный, интересный видосик. Я думаю, вам понравится. По названию ролика, возможно, вы поняли, возможно, нет. Я вам покажу не то, что нечто такое новое, я думаю, многие об этом знали, но я нашел этому охуенное применение, в принципе. Как вы знаете, на сервере есть такая тема, как семья, то есть Фома, семья, каждый называет ее по-разному, в принципе. Семью, то есть Фому, можно создать в АО, то есть в администрации области за 500 тысяч вертов. Но не у всех есть на это деньги. Также в Фому можно принимать людей, покупать особняки и машины. Все это просто. Есть чат, он называется F, это RP чат, а FB это non-RP чат, в принципе. Я думаю, всем это понятно. Все команды для семьи можно посмотреть, в принципе, вот здесь. Здесь есть все команды. Также есть семьи топ. Есть топ семей, у каких больше людей и у них больше уровней. Есть такая тема. Также можно посмотреть, сколько людей в Фоме. Также есть общак Фомы, в принципе. Все это как бы есть. Я думаю, вы прекрасно это знаете. Но что, если у вас на это все нету денег? Что если у вас нету денег на особняк? Что у вас нету денег даже создать семью? Что же делать, если вы хотите все равно создать свою группировку такую и тусить? Какое же есть бесплатное решение? Сейчас я вам о нем расскажу. Я вам не смогу подарить особняка, как у меня, машин такие, как у меня в Фоме. Но я смогу вам помочь. Помочь тем, что покажу, как сделать хотя бы бесплатный чат, где вы сможете общаться со своими друзьями, знакомыми и так далее. Итак, внимательно смотрите. Для этого нам нужна специальная команда, а именно вот эта команда. Мне ее показал Федор Путбуль, если что. Просто пишите вот эту команду, Gin White. И ID человека, какого хотите добавить в свой чат. Вот этого человека, допустим. Вот, мы предлагаем ему... Вы предложили присоединиться к вашей группе. Если что. 500к кинул и 50к. Красавчик, красава. Как общаться в этом чате? Вы можете сюда позвать сколько угодно людей. Но вы должны понимать то, что после каждого перезахода... Каждый, кто перезаходит, у него попадает этот чат. Если что, вот такой вот единственный косяк. Как писать в эту группу? Вот такая буква Г, короче. И пишите Q. Вот, и такой появляется оранжевый чатик. Пацаны, я узнал об этом уже давно, но не знал, как это использовать можно. Это очень круто, вы реально не можете... Вам не нужно тратить деньги, чтобы просто иметь свой чат, где вы сможете отдельно от всех общаться. Я считаю, это реально очень круто. Сейчас мы пригласим, вот, допустим, его... Федор Путбуль, тоже его пригласим. Так, вы успешно пригласили. Вот. Вот такая вот тема, пацаны, есть. Это группа, просто группа. Да, это бесплатно, пацаны. Это совершенно бесплатно. Просто заходите, вводите эту команду. Неважно, какой у вас уровень. Неважно, VIP вы или не VIP. Вы просто вводите команду. И даже если вы первый уровень только зарегались, вы можете просто кого-то добавить в группу. И вы сможете здесь общаться абсолютно от других людей. Реально, кто не будет видеть этот чат. Это действительно очень круто. Просто вот такая вот команда. Gin White. Вот и все. Так. Пацаны, напишите что-то сюда. Чтобы я вам показал, что это работает. Так, ну и где ты? Так, вот, показываем, короче. Нам выдали автоматы, конечно. Ну, что, круто. Я думаю, это круто. Давайте скриншотик вот такой сделаем. Кек. Пацаны, вы в видео. И это non-RP чат. Вы сюда можете писать все, что угодно. И вам за это мут не дадут. Потому что
Это нужно полечат сразу, видите, он в скобочках такой. Это, я считаю, самое охуенное решение, если вы пришли, допустим, с другом играть, чтобы там вас, может, по скайпу не можете разговаривать, по дискорду, по РК. Вы просто добавляете друга в чат, вы просто заходите в игру, добавляете друга в чат и играете. Если кто-то из вас перезашел, вы принимаете его обратно в эту группу и дальше общаетесь. Я считаю, это охуенное решение, чтобы не создавать фому. И она у вас никогда не слетит, пацаны. Она у вас реально никогда не слетит, если что. И за нее не нужно платить. И так далее. Это просто бесплатно, пацаны. Это реально охуенная халява. Вы получаете свой чат, в котором вы можете общаться абсолютно на любые темы. Как бы админы, я думаю, этот чат не видят даже. Это бесплатно. И, блин, это реально круто. Просто вы можете общаться. Я считаю, это очень круто. Надеюсь, я вам помог, пацаны, потому что я сам узнал и, блин, понял, что это реально охуенная тема для тех, кто не может создать фому. Точнее, у кого не хватает на нее средств, либо кто-то не хочет ее создавать. У вас не будет названия, да, но вы можете там фамилии одинаково поставить и так далее. Я думаю, это будет очень круто. Да, у вас не будет особняка, да, у вас не будет охуенных тачек, но пока у вас не будет денег на все это, вы можете использовать вот такую вот системку, то есть группу, лайфхак такой. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Но еще перед этим хотел показать людей, которые очень помогают Фоме. А то есть вот эти все люди. Вот эти все люди помогают Фоме. Просто вот эти люди, эти красавчики просто. Реально, они очень помогают Фоме. Они просто накопили. Мы уже, пацаны, 3 миллиона. 3,1, короче, у нас уже есть. Пацаны, 3,1. Из этих 3,1 я где-то положил, наверное, 1200 лично. Остальное все накидали вы. Вы реально, пацаны, красавчики. В скором времени купим какой-то бизнес. Я думаю, нужно копить как минимум 3 миллиона. Либо, если будет хороший бизнес, дешево продавать, то мы его купим обязательно. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.